точный момент, когда я почувствовал, что нужно продолжать дягилевскую какую-то традицию, начался с моего визита в январе 91 года острова Сан-Микеле, где похоронен Сергей Павлович Дягилев. Я приехал туда 6 января, это мой день рождения, и впервые оказался на могиле Дягилева и Стравинского. И маленькая шапель, которая там есть, я встал около распятия, и вот в этот момент как будто бы какой-то такой ангел послал мне такой месседж, что я должен продолжить какую-то традицию, которую начал когда-то Сергей Павлович Дягилев. Это было совершенно явно и четко. Ну, я люблю Россию, считаю, что Россия неоправданно потеряла этот проект, и поэтому я считаю, что он принадлежит России по праву и также благодатно вывозить на Запад.